быстрый переход, не стала жадничать вовремя. В атаке Лада. И вновь перехват. И вновь классно действует защита краснодарской гонболистки. На этот раз через все. Яна Савина выбегала в отрыв. Она точна. Четким перебросом. Дальним переводом мяч отправляет Ольга Фомина на Валентину Ракмаеву. Купали позиционное нападение. Ирина Мокоч, но борется. Дальше мяч Мария Гафонова. И в чемпионате.